Меня зовут Максим Колосов, мне 35 лет. Хороший метр. Ну, тут хорошие эмоции, там как-то вода пошел твой день. Да. Ну, все хорошо, вот заехал в магазин, смотрю, покупаю. Заправляешь, что ли, на заправке? Ты уже скоро будешь дома, да, ведь? Да, мы скоро подъеду. Да. Ну ты, конечно же, не забыл купить йогурт, как всегда. Я, конечно же, забыл купить йогурт. Ну да, ну я же, конечно же, забыл купить йогурт, правильно? Вообще не забыл. Купил, да, 5 пачек. Ага. Ну круто, так да, да. Yeah, I think we should, if we take it one more time, we should be more like it. Да, да, да. В магазин заехал, а что нам купить, говоришь? Ну вот есть здесь попкорн флейкс, да. Не, ну вообще ничего, да. Да, я забыл купить. Ну, конечно, ну, как я мог забыть купить йогурт, да? Я купил йогурт, да, 5 пачек. Ну, дорогая, я еду. Угу. Начали. Дзинь, дзинь, дзинь. Да? Важное письмо. Да, сейчас доеду до дома и отправлю. Все будет окей. Становились и начали. Дзинь, алло. Алло, добрый вечер. Нужно отправить важное письмо. А, я сейчас доберусь до дома и отправлю. Все будет окей. Да, и еще раз, я уже не в офисе. Дзинь. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Надо отправить важное письмо. А, я уже не в офисе, сейчас доеду до дома и отправлю. Alright, that's fine.